здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Неделя будет абсолютно непредсказуемой. Какие бы планы вы ни строили, у них мало шансов исполниться точно в срок. Остается только расслабиться и подчиниться воле звезд. Кому они будут благосклонны больше всего, расскажем в нашем астрологическом прогнозе. На этой неделе свои дни рождения празднуют люди, родившиеся под знаком зодиака Весы. Это единственный неодушевленный символ в зодиакальном круге. Природная стихия – воздух. Весы стремятся обрести гармонию во всем. Они прирожденные дипломаты, легки на подъем, подвижны, общительны и тактичны. Это верные, бескорыстные друзья и мудрые советчики, которые способны рационально оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Есть и другие интересные факты, о которых расскажет астролог Янина Балашова. Весы. Солнце пребывает в созвездии Весов с 23 сентября по 22 октября. Планета-управитель Весов – это Венера, знак внутренней и внешней гармонии, взвешенности в словах и поступках, знак партнерских отношений. Весы всю первую половину жизни ориентированы на других. Он, она, они. Весы – знак замечательного художественного вкуса. Они наделены музыкальным талантом. Это знак осени. Весы комфортно себя чувствуют в таких местах, как горы, луга, леса, берега и моря. Камни, которые помогают весам – это лазурит, опал и розовый кварц. Наступающее новолуние 5 октября в знаке Овна обещает множество достижений представителям огненной стихии в профессиональной сфере. Но будьте внимательны, подписывая важные документы. Для тельцов настает пора поставить точку во всех незавершенных делах, а вот браться за новые пока не стоит. Наибольшую тягу к трудовой деятельности вы почувствуете, как ни странно, в выходные. Не сопротивляйтесь, лучше направьте энергию в мирное русло. Отношения близнецов с близкими людьми станут более теплыми. Семейные представители знака должны помнить о том, что выяснение отношений с супругом, особенно на повышенных тонах, может привести к нежелательным последствиям. Лучше встать на место партнера и понять причины, которые привели к конфликту. Звезды советуют ракам в этот период больше общаться с семьей и близкими. Вероятно, небольшие конфликты на работе, но благодаря вашей интуиции и дипломатичности все разрешится быстро. На выходных не забудьте уделить время творческой деятельности. Это поможет вам расслабиться и подзарядиться энергией. Львам звезды предлагают в ближайшие 7 дней самые ответственные дела решать ближе к вечеру. Дело в том, что именно в ночное время вы будете испытывать максимальный прилив сил. Пятница может оказаться днем странствий и приключений. Мелкие дела и заботы заставят Дев временно отложить встречи с друзьями или амбициозные планы. Приготовьтесь к тому, что вам придется решать множество бытовых вопросов, которые заставят сосредоточить свое внимание на мелочах. В этот период у весов социальная жизнь будет в центре внимания. Встречи и общения принесут много положительных эмоций, но будьте внимательны в финансовых вопросах, особенно в четверг. Представителям воздушной стихии на этой неделе звезды советуют: не стоит рисковать стабильными отношениями, ведь любовный треугольник может принести с собой огромное количество проблем. Для скорпионов наступает подходящий период для приобретения новых знаний и смены работы. Шумные компании не принесут ничего, кроме усталости. Будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей. Во второй половине недели интуиция будет подсказывать верные решения. В любых ситуациях вы безошибочно угадаете правильную линию поведения.
стрельцам самое время выяснить отношения и поразмыслить о перспективах. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое настроение во вторник позволит удивить свежими идеями друзей и коллег. В середине недели на личном фронте возможны небольшие конфликты, но к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно проведете время в семейном кругу. Этот период ознаменуется для козерогов настоящим взлетом в профессиональной сфере. Этот успех – результат кропотливого труда в предыдущие периоды. В начале недели можете рассчитывать на поддержку и покровительство влиятельного человека. На этой неделе водолеям поступят предложения, на которые они уже давно не рассчитывали. Представители воздушной стихии с 3 октября будут окружать много положительных людей. Возможно, что возобновятся отношения со знакомыми из прошлого. Еще водолеи могут получить какое-то вознаграждение или выиграть в лотерею. Астрологи рекомендуют рыбам не планировать важные события на эту неделю, поскольку нередко придется подстраиваться под ситуацию и менять ход своих действий. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!